О мой бог, вы только посмотрите, что дает подписка на отряд Fortnite, друзья. Просто дофигища красивеньких, классненьких скинчиков. Получаем все. Получаем также еще кучу прибамбасов из боевого пропуска. И все это только одна подписочка. Теперь еще и вдобавок у меня открываются все пропуска, и я могу лутать из них из всех плюшечки. И благодаря подписочке на отряд Fortnite у меня открываются все боевые пропуска, и я могу везде забирать все плюшечки, которые тут есть. Друзья, это просто невероятно круто. Все, приступаем к делу. Это, конечно, радостный момент. Друзья мои, я каждый день для вас снимаю классные видосики на опыт. Я в предыдущем видео показал способ, который не относится к лимитам дневным, которые уже подтверждены, 900 тысяч в неделю можно лутать на творческих картах. Но я вам показал метод, как можно залутать еще дополнительный опыт на, также на творческой карте. Конкретно смотрите обязательно видео безлимитно. То есть это не будет влиять на ваши дневные лимиты. Это отдельная категория опыта, о которой практически никто не знает. В общем, ссылочка на видосик вот здесь на экране, а мы начинаем. Чтобы попасть на карту, на которой мы будем лутать опыт, заходите в поиск, в поисковую строку вводите код 76993794-9240. Нажимайте Enter, нажимайте на эту картинку, подтвердить и играть. Пока грузится, не забудьте в магазине предметов внизу нажать поддержку автора и ввести мой код G-UP. Фиксируйте код в магазине и с этого момента будете поддерживать меня всеми покупками. Спасибо за поддержку. Итак, друзья мои, мы заспавнились на карте. Наша с вами задача сейчас на этой карте найти место, которое находится вот здесь на стыке двух больших стен. Вот такая каменная стела. Подбегайте к этой стелле и нажимайте на ней кнопочку The Hole. Попадайте вот сюда в пространство с баннерами, где можно перейти на другие карты. Нам с вами сейчас нужна вот эта карта, Godfather. Подходим. Обязательно проверяем значок XP, если значок есть, продолжаем, нажимаем на баннер, меняем настройки острова на частные и подтверждаем, грузимся на эту имбовую карту. Итак, друзья, мы с вами заспавнились тут на карте, здесь вам нужно сориентироваться, открываете карту острова и бегите в левый верхний угол на вертолетную площадку. Мне тут недалеко, я бегу вот сюда и вот она вертолетная площадка, где я должен оказаться. Друзья мои, на этой карте можно просто проводить круто время в открытом режиме, играя с коллегами, друзьями, бабушками, дедушками, с тем, с кем можете, кто умеет и любит играть в эту прекрасную игру. За все практически, за расстояние преодоленное, за время на карте, за киллы, за все практически вы будете получать опыт. Очень круто карта насыпает. Когда сюда прибежали, посерединке вот этого буквы H становитесь и делаете любую абсолютную эмоцию, которая у вас есть. Потом бежите вот сюда вот направо на скалу, которая находится прямо возле воды. Вот такой острый наконечник. Подбегаете сюда, на эту скалу. Прямо на самый-самый краешек. Прямо наверх. И вот здесь на краешке делаете еще одну эмоцию. Обратите внимание, если вы будете делать вот такую эмоцию длинную, то вам в процессе, пока вы ее будете делать, надо нажать левую кнопку мыши. Либо нажать какой-то стикер, чтобы быстрее переместиться к таймеру. Здесь уже кто-то запустил таймер. А, вот, кстати, интересненько получается. Мы зашли в открытом режиме, мне повезло, потому что кто-то уже здесь стоит и запустил таймер раньше. Это сейчас глюк в игре, так не должно быть, потому что открытый режим не должен быть, когда ты ставишь частный. Но это скоро, надеюсь, пофиксят и все будет работать нормально. Потому что вот в таком формате, как сейчас мы вдвоем здесь находимся, есть вероятность того, что будет какой-то сбой и не будет так начислять опыт, как должно. Вот, но, как видите, Fortnite там в этом сезоне также подкинул небольшую такую вот свинью. Режим частный работает плохо. Ждем, короче. 5 минуточек осталось буквально и будем лутать. Так, друзья, учитывая то, что у меня тут есть сосед мой, товарищ, компаньон на фарм опыта, я на всякий случай зафиксирую. У меня прям самое начало уровня, всего 5000 на уровне есть сейчас. Я записываю уже на втором аккаунте, потому что лимиты на первом закончились. Погнали. Нажимаем кнопку. Падаем на рельсу. Вместе вон кататься теперь будем.
и едем просто собираем вот эти монетки на рельсе и лутаем опыт. В принципе, начало очень даже неплохое, сыпет хорошо. Давайте посмотрим, сколько удастся насобирать. Здесь можно кататься, пока не соберешь 500 монеток, потом закончится раунд, и мы с вами подведем итог. Все, погнали. Так, друзья, подходит к концу фарм, уже у меня почти 500 монеточек, сейчас будет 500 и закончится раунд. К сожалению, Кедерт ББН, который присоединился во время игры, тебе придется, если ты меня слышишь, перезайти в локацию, потому что все сейчас сбросится. Я тебя слышу. Супер, я сейчас записываю видео для канала, поэтому не мешай, хорошо? А вот, где тебе... канал называется? Бразер 2С. Тебе нужно будет сейчас зайти заново в локацию, потому что сейчас мы перейдем во второй раунд. Вообще лучше на карту заходить в частном режиме, но он сейчас не работает в Fortnite. Да, в YouTube есть, в TikTok есть, на Twitch есть, в Рутюбе, в ВК. Много где. Ты играешь на моей карте. Это реально твоя карта? Ну, ты видишь наверху, что написано? А. Хорошо, понял. Все, давай, да, запишу. Итак, смотрим, ребят. У меня было 5000 всего, да. Я прокачал один, второй уровень получается. И почти третий. То есть я залутал здесь достаточно большое количество опыта. При том, что вы видели на экране, было там около 150 тысяч. Мне еще трижды по 21 тысяч начислялось за выполнение заданий. Так что это еще дополнительный плюс. В любом случае, я два уровня поднял просто с локации здесь. И заняло это у меня всего ничего времени. Всего 20 минут я покатался на рельсе. Супер. Все, вообще таймер там в этой локации чуть больше 15 минут. Но мне пришлось подождать всего 5, потому что уже был на карте человек. То есть пока не работает частный режим, вы можете даже с друзьями заходить одновременно и с друзьями одновременно лутать опыт. Также можете просто бегать здесь в открытом режиме и лутать опыт, устраняя противников. Вот как сейчас сделал не знаю, как его никнейм прочитать. В общем, он меня убил и получил за это опыт. Все, друзья, на этом буду с вами прощаться. Всем классного дня, крутого настроения. Не забываем прокачиваться, не забываем ставить лайк, подписываться на канал и делать репост видео. О, победил. Все, пока.